Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Банам Манухара Ванча калпатаруваща кипасинду бхавача. Патитанам павуне бхавишнабхибхьо намо намах. Мукам кароти вачалам пангум ланхайтигрим. Ят кипатамахам банде парамананда мадхавам. Бриндави тулсидеббхай пиявай кесава сача. Шна бхакти паде деви шатта ваттвай намо намах. Нараяна намаскитта наран чайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тато жайо мадире. Шанкиртане кишна катхо падеше. Гаурия патрашо пракасане ча. Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагнам Авишту Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуру Джита Кимапикабаба Душва Дарши Пурунану Рагра Сасагра Сарамути Сарадхи Камай Када Кипами Си Кришна Чайтанна Прабхунета Ананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламмита фужау канука бодато, Шанкиртаной капитару камала йотакшо, Вишам бару вижавару югадарма пало, Банде жагат приякару. Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам. Сура сурайр бандито диббарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Барану Сипурапати Бхаджавишанатам Ваги Саджуша Вадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама,
Рам Рам Харе Харе. Дурга ме пати ме скалат пад гатер мухур. Дурга ме пати ме скалат пад гатер мухур. Кипя саджасти саджасти кипа дханено сантаха санту абаламманам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Чакра Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру said that. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Чакра Прабхупад сказал, чтобы исполнять указания Гуру и Вайшнавов, если мне нужно отправиться в ад, то на какое-то время по их указанию, то я готов сделать это. Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, чтобы исполнить указания Парамахамса Гуру Вайшнава, если мне нужно отправиться в ад, то я готов сделать это. Вот есть такое выражение в английском, что большинство... Ну, то, что большинство... Ну, как сказать это все? Ну, то, что... Большинство, ну, большинство, оно... Ну, нужно уважать мнение большинства. И второе, то, что старших нужно не то, что уважать, а ну, старше. Ну, в общем, уважать старших принято, но в трансцендентном мире не всегда так. Можно видеть, как десятки миллионов людей, если посмотреть, чем занимаются, что думают. Среди них можно всего несколько найти, те, кто занят поиском абсолютной истины и кто поклоняется ей. Очень мало, мало таких стремящихся к абсолютной истине. Те, кто хочет посвятить свою жизнь ради этой абсолютной истины, это очень редко в этом материальном мире. Мы не можем ожидать. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, большинство людей в этом материальном мире, они не примут учение Рупы и Рагунатхи. И поэтому мы не должны печалиться. Мы не должны разочаровываться. Большинство людей, оно будет идти своим путем материальной жизни, но мы не должны никак расстраиваться. Наша цель — это говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Находясь на абсолютном уровне, с абсолютным, ведя себя достойным образом. И вот Ачарон очень могуществен, и саду, который следует всем принципам саду, живет настоящей жизнью саду. То есть, если кто-то придет спорить с ним, то такие люди даже не смогут ничего сказать. Когда Шрила Прабхупад хотел защитить трансцендентное тело Гауди Шивадаса Бабаджи Махараджа, все сахаджи начали возмущаться, нападать на него, но в итоге они не смогли ничего сделать. Это естественно. Это сделано Майей. Кали. Это век противоречий. Все, что и если пытаться приводить свидетельства из Писаний, то все люди этой Кали-юги, они не поймут. И так много примеров Шастре Прамана. Если пытаться им как-то
дать это, то они не смогут понять, и они не отвергают меня. Они отвергают Нитьянанду Гаурангу. И вот такие личности, они очень редки в этом мире, кто может понять свидетельства из Писаний, хотя Бхагаван Си Кришна уже сказал Арджуне. Когда Арджун спросил, что нужно делать, что не нужно, что правильно, что нет, как я могу понять, Бхагаван Си Кришна сказал: и что делать, что не делать, что правильно, что нет. Мы должны изучать шастру, чтобы понять это все. Но они не принимают шастру. Они не заинтересованы в шастре. Они не верят в Писание. И как я прошу, я вот кого-то просил, если они что-то говорят, то чтобы говорили на основе шастры, но не все это могут понять и не знают шастры. Это, с одной стороны, не их проблема. Это вообще такая общественная проблема, которая очень глубоко сидит. И сложно ее избавиться от нее. Ну, так или иначе, лучше начать поздно, чем никогда. И с такой надеждой я пытаюсь. Вот, кто-то может возмущаться, что тот, кто говорит, что те, кто говорят об абсолютной истине, попадут в ад. Ну, пусть говорят, нам-то какое дело до этого? You can go to hell for speaking this absolute truth. Yes, we are right. You are very intelligent. I can go to hell, so I am ready to go to hell for Guru Vaishnava. No problem. Ready to go to hell with due content. Но ради Гуру Вайшнавов, по их указанию, я готов даже в ад отправиться. Как, смотрите, Куреш, он готов был пожертвовать жизнью ради Рамануджачари или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Он готов был пожертвовать жизнью ради Шрилы Прабхупады. И мы все равно не будем долго жить в этом материальном мире. И поэтому лучше я буду посвящать все свое время этой абсолютной истине, делать что-то полезное, и какое-то решение должно прийти сегодня или завтра. Это you can arrange to follow, flow this poison to flow generation. That you can. Somebody asking, кто-то спрашивает, почему харикатха так редка, почему харикатха в настоящее время редка, хотя Шрила Прабхупада говорил, что сейчас голод на харикатху. Недостаток харикатхи. Kindergarten standard. To talk with them about sastra use wastage of time.
Но есть люди, которые не хотят принимать абсолютную истину, и спорить с ними бесполезно или как-то пытаться их переубедить. А почему в этом мире голод на настоящую харикатху? Конечно, могут быть какие-то лекции, но настоящая харикатхи, где взять такая харикатхана, не отлична от самого Бхагавана. Why there is a scarcity of Harikatha? Prabhupada giving answer. Because we like to. Почему нет недостаток Харикатхи? Поскольку we like to give some false claims against them to stop their Harikatha. That is why there is scarcity of Harikatha. Потому что не все могут принять эту харикатху, и поэтому недостаток, даже где-то происходит харикатха, находятся всякие недовольные, которые хотят остановить харикатху. Но мы все равно должны продолжать. И также под именем харикатхи Харибаджана есть много людей, которые дурачат остальных. Сейчас, к сожалению, это стало таким бедствием. Мы не можем ожидать что-то. Мы должны пытаться сделать лучшее из возможного, если весь мир отвернется от нас. И те, Шрила Прабхупад говорил, если те, кто пришли ко мне, они оставят меня, я все равно продолжу говорить об абсолютной истине. Находясь под лотосными стопами моего Гурудева, я буду продолжать говорить об абсолютной истине так, в ее первозданном виде. Но мы не должны идти ни на какие компромиссы. Какие-то политические лидеры, пытаются доказать другим, что они филантропы, что они любят весь мир и делают что-то полезное для них. Но в итоге, если присмотреться, то обнаруживается, что среди них, если не все мошенники, то большинство. Но глупые люди верят им и не видят очевидных фактов. Что же делать? И вот Шрила Вриндаван Дас Тхакур Махашоя. Он, его вы выгнали из общества. Почему? Поскольку он не стеснялся и говорил об абсолютной истине, не шел
ни на какие компромиссы. И поэтому вот его как-то изгнали из общества. Но все же он не шел ни на какие компромиссы. Трансцендентный мир — это такое. И абсолютная истина, она очень редка, очень тонка. И если у нас есть какое-то такое с вызовом, если мы пытаемся приблизиться к абсолютной истине с настроением борьбы, то мы не сможем понять ее. И вот благодаря Шриле Прабхупаде и его ученикам мы многое узнали. Благодаря Шриле Бхактивинода Тхакура, и мы в неоплатном долгу перед ними, поскольку они хотели спасти нас и дали нам это божественное знание. И смотрите, каково смирение Кришнадас Кавираджа Госвами. Я говорил об этом. Вы также можете обнаружить, и вот кто-то может подумать, что Вриндаван Дас Тхакура Махарши как-то грубо себя ведет. И кто-то может также заметить, что Махапрабху Панды в Джагнат Мандире побили, что он с их точки зрения неправильно что-то сделал. Кто-то может еще подумать, что Махапрабху женился два раза и не заботился о своих женах. Если мы будем отвечать на глупые вопросы всех, кто задает эти глупые вопросы с целью как-то, ну, просто нападает без причины, то может вся жизнь на это уйти, толку не будет. Мы должны делать что-то более полезное. Как моего Гурудева кто-то спрашивал, зачем вы так много пишете, кто это читать будет. Гуру Махарадж улыбнулся, засмеялся и сказал, что я не пишу это для публичного одобрения, либо для какой-то славы, или еще для чего-то. Я пишу, потому что Шрила Прабхупада дал мне эту ручку. И он сказал, чтобы я вот писал статьи, и я пишу по его указанию. Что такое тринадапи, настоящее смирение? Если в жизни вайшнава нет никакого стремления к славе, то один из признаков тринадапи. All interrelated.
И все это связано. И вот Шрила Прабхупад однажды рассказал интересную историю. Однажды один, вот два друга было. Один слушал Харикатху, и второй как-то не чувствовал такого влечения к Харикатхе. И вот однажды сказал один другому, поехали в Навадвипу, посетим Навадвипдхаму. Другой сказал, сейчас не могу, почему. Я слышал, там много рек, их пересекать на лодке. Я плавать не умею, боюсь, поэтому не поеду. Но единственный его аргумент был, что плавать не умеет. То есть можно какие-то свидетельства из Писания приводить, они скажут, что они плавать не умеют. И что случилось? Он сказал, что летом поедет, когда реки пересохнут. Ну, реки как бы сохнут, но не до такой степени. И вот когда кто-то решил для себя, что не будет пытаться, даже пытаться понять абсолютную истину, то вот будет всегда находить какие-то аргументы, чтобы даже не думать об этом. Можно видеть, что некоторые наслаждаются духовной жизнью, некоторые наслаждаются служением Гурудеву или абсолютная истина настолько редка, что мало кто может понять. Кто-то думает, что кто-то служит Гурудеву, а если посмотреть, то непонятно или понятно, кто кому служит. Поскольку можно видеть, что некоторые под именем Гурусевы служат самому себе. Служить Шриле Прабхупаду и принимать служение от Шрилы Прабхупады — это разные вещи. My father, my forefather, nobody can bring mother in your life. You live your life. And let us see who is going to hell and who is going to heaven. Maximum you can go up to heaven or a heaven you cannot go. And let us see where you can go, to hell or heaven. Or I can go to hell or heaven. Let me see. И вот Вриндаванда Стакур Махашай, его, в общем, это его общество отвергло, но как слуга Нитянанды Прабху, лотосные стопы Нитянанды вечные, и слуги Нитянанды, они имеют вечное место под его лотосными стопами. И нельзя их как-то сместить с этого положения. И вот обычные люди,
Вот в политике много опасных вещей происходит, но, к сожалению, на духовном пути, так называемом, тоже ничего хорошего часто не происходит. Ну, можно заметить, в Индии, те, кто хотят быть выбранными, они избиратели всячески привлекают, покупают их, дают документы какие-то, дающие им право голоса и все остальное. То есть, по сути, обычный бизнес. И на духовном, не то что пути, так называемом духовном пути происходит то же самое, либо очень похоже. If some man going to attack one woman, unnecessarily, that woman, she has her right to defend herself. It is the fundamental law. Если кто-то нападает на кого-то, человек имеет право на самозащиту. And die, then still court cannot give punishment to you. Because он даже если кто-то в процессе самозащиты убьет нападавшего, то суд оправдает такого человека. Ну как во времена Шрилы Кеша Госвами Махараджи какие-то мусульмане напали на их храм, а в процессе обороны один мусульманин помер там на месте, но был убит случайно. Шрила Кеша Махараджа повели в суд, в суде было разобрались, и выяснилось, что эти мусульмане сами напали на их храмы. То, что в процессе самозащиты кто-то был убит, это уже их проблемы. Поэтому Шрила Кеша Госвами Махарадж сказал, что у нас есть право защищать свой Гаудия Мат, защищать честь и достоинство Гурудева, Гаудия Матха и Махапрабху, поэтому мы так действовали, что делать. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махасой, его общество хотело это отвергнуть. И вот даже Двайта Гасай, все брахманское общество хотело отвергнуть, поскольку видело, что он предложил эту тарелку с Шрадха, с Харидасу. Что мы тут, брахманы, а ты с первого какого-то бывшего мусульманина кормишь? Я Двайта Гасай сказал, хорошо, но я делаю все в соответствии с шастрой. Шрила Прабхупад много раз говорил. By intact Bani Seva, without any addition or alteration, if we are going to serve the absolute truth, если мы служим абсолютной истине, без каких-либо посторонних желаний, то тогда абсолютная истина нас не зайдет, чтобы помочь нам. Make some dots, full stop, to make the meaning. Make
Meaning can change, no? One word. If you speak, the meaning can change. So many contradictions come. I know they can go against me. They can think that I am against, but they should understand. I am always, every time glorifying all Guru Vaishnavas. Кто-то думает, что я выступаю против кого-то, но я прославляю всех вайшнавов не всегда с нашей сампрадай, так же с других сампрадай, как Рамджачари и остальные. Но я делаю упор на том, ну, то есть кто-то думает, что Махарадж кого-то недолюбливает, но я прославляю настоящих чистых гуру вайшнавов с нашей сампрады или с других. Если чье-то учение не соответствует идеалам, то я прошу их как-то поправить, чтобы оно было правильное. I am praying to Bhagavan, always doing parikrama, doing everything. That's why I am heartless. Я молюсь Бхагавану о том, чтобы он помог всем. I am not feeling bad because I have no expectation. Пытаюсь помочь как-то, чем могу. Then I can feel sorry for them. Big problem. So. И вот Вриндаван Дас Такура Махасу, что сказать о нем? Кто-то обвинял Нитянанду и Махапрабху в чем-то. И вот какие-то браманы из Навадвипа отправились в Пури и спросили, что Нитянанда, а кто такой, почему он что-то так и так делает. Жаловаться начали на него. И какие-то сахаджи говорят какую-то ересь против Нараяни, Маты и Махапрабху, поскольку Махапрабху хотел дать какой-то просад на Нараяни. Сколько ей там, 4 года было, и сахаджи говорят, что ну, в общем, какую-то ерунду говорят, да, так и не понял. Ну, то, что он то ли приставал к ней, то ли еще что-то, ну, в общем, говорят всякую ерунду. Я всегда говорю, если что-то говорю, я всегда говорю это на основе Писания. Я могу привести свидетельство из... каждому моему слову. He liked to dominate the whole world. He liked to suppress this fact, all those facts. This is not possible. Today or tomorrow. Ну, можно заметить, некоторые ачари пытаются скрыть какие-то факты, скрыть истину, пытаются как-то доминировать, чтобы скрыть что-то явное. Against the mother of Vrindavan Das Swarupa, which is a
Вот Нарайани Деви, она, мать Вриндавана Стакура, она известна тем, что она получила милость в форме остатков пищи Шри Чайтанья. Сам Махапрабху дал ей остатки своей пищи. И поэтому Вьясадева, он пришел в форме Вриндавана Стакура. И не только Вьясадев. Иногда. Как в случае Сачи Матай, Яшода и Деваки, они обе пришли. Или в случае И вот Кусума Пирасакха, один близкий до Кришны, тоже явился в Вриндавана Стакура вроде, прослушал. И вот мы должны выяснить, что такое настоящее Тринадапи, что такое настоящий проповедь. Я думаю, что Кришнадас Кавираджа с вами, он лучший из проповедников в этом мире. Вриндавана Стакура, Кришнадас Кавираджа с вами. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, мы должны изучать читание Бхагавату каждый день, чтобы обрести бхакти. И вот наш Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, лучше мы читание Чайтамриту оставим в сторону, она достаточно сложна. А читая читание Бхагавату, мы обретем милость Нитинанды, и сейчас Кришнадас Кавираджа Госвами, он Прияннарма Сакхи, пытайтесь понять, сравнить. Кришнадас Кавираджа Госвами, он Прияннарма Сакхи, и вот Прияннарма Сакхи, если Кришнадас Кавираджа Госвами, Прияннарма Сакхи, если Вриндавана Стакура, Вьясадева Госвами, Шакти Веша Аватара, если мы попытаемся сравнить, подумать, кто выше из них, то это глупо. Если есть смирение, мы никогда не будем говорить так. Смирение будет даст вам почувствовать, что я никто. Смирение такое, что почувствуете, что вы очень малы. Это естественно, даже пятилетний ребенок Гаудиаматха может сказать это. И вот почему Кришнадас Кавираджа Госвами и он Прияннарма Сакхи Радхарани, и вот он говорит в Чайтанья Бхагавате, вот там говорится Чайтанья Лила Вьяс Вриндаван Дас, и вот там говорится, каждый раз я молюсь лотосным стопам Вриндавана Стакура Махашая, что какая-то лила Сиддханта явится в нашем сердце. Я никогда не хотел
переступать через него, но я молюсь, чтобы по его милости я что-то написал, это в этом его смирение. И когда Валлабхачарья пришел выразить свое, и вот он сказал Махапрабху, что не могу принять комментарии Шридас Госвамипада. Махапрабху очень разгневался и сказал, что ты не хочешь принять комментарии Шридас Госвамипада. Он Ади Ачарья. В то время, как мы знаем, Шридарам, вот, что по милости Нарисимхадева, Нарисимхадев в Бадраке, там есть холм, там явился Нарисимхадев, вот он явился в Баджакутире этого Шридас Госвамипада и благословил его. И ты говоришь, что ты не хочешь, не принимаешь его комментарии. Махапрабху не смог простить его. И поэтому Махапрабху сказал, если вы не... Если вы не следуете этому... Ну, имеется, пример такой привел, что женщина, которая не следует указаниям своего мужа, подобно проститутке, и также ты, если не следуешь указаниям нашего старшего Шридас Госвамипада, то тоже такой. И как выражать почтение другим? И вот когда Вишванат Чакравати Пад был сконфужен насчет абсолютной истины, насчет Кама Гайтри, он думал, как 24,5 слова может быть, почему половина слова, куда эту половину, никогда не слышал. И вот Кама Гайтри из 24,5 слов. И вот он думал, что что-то неправильного, начал поститься без воды, без еды, с целью понять внутреннее значение Кама Гайтри. И вот он подумал, если Бхагаван не откроет мне эту мистерию Кама Гайтри, то лучше я умру. Поскольку я слышал, что мантры и мантра девата, они не отличны друг от друга. И вот. Если я повторяю мантру, но не обрел даршан мантра деваты, то что толку? My mind should be there absorbingly in Bhagavan and Tattva. Наш ум должен быть погружен в Бхагавана, в Таттву, в мантру. And mantra. И мантра. Inside mantra, mantra should be there. That way, Bhagavan should appear, must appear. Nobody can explain. This is a secret. It is not their fault. It is not that we are not going to find any fault with them. We pray to Bhagavan. И вот мы молимся Бхагавану. They are going to lose everything. Only their property is their false ego. Only their property is their false ego. So we cannot do anything for them. Fire is there. We have to extinguish the fire. That if the man purposely want to jump into fire, I like to die. Then the fire brigade man cannot save. Но спасти можно только тех, кто хочет быть спасенным. Кто не хочет, сложно. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами выражает почтение Вриндавана Стакуру на каждом своем шагу. If any unknowingly knowing
some offense done unto lotus feet of Vrindavan Das Yuvamasa, so that he can. So there is no place of any competition, adversity. I already told. When some problem came, I cannot understand. Binna Vishwanatha Chakravarti wanted to avoid prasadam and water, wanted to leave his body. И вот Вишванатха Чакравати начал поститься. Он где жил, там где-то между Радхакундой и Шьямакундой, молился, чтобы понять смысл этой гайтри. И вот Шримати Радхарани явилась и сказала ему: «О, Хари Валлабх, вставай, нету никакой ошибки, это все правильно». Чистый вайшнав никогда не может совершить ошибки, но you have taken resolution to jump into fire, to commit suicide. I have nothing to do. Brahma, Brahma, Vipradisha, Karna, Pada. Those are the defects we can expect in. И вот в обусловленных душах есть множество недостатков. Вот, вот эти на санскрите вышеперечисленные. Заблуждаться, ошибаться. Что-то склонность к обману себя и других и остального, И вот в Нитишасте говорится, те, кто хотят стать великой личностью, не должны побороть свои низменные качества. И вот в Нитишасте. Is also bhajan, perfect bhajan. So Brahmo, Brahman, Vipralisa, Karnapata, all four defects can be there in a boundaries or not in a pure devotee. It is written in all Rupa Goswami's writing, our Jiva Goswami's writing, all Bhakti Mataji's writing, Padma Purana, all. But you are not ready to accept. И вот в этих всех шастрах и писаниях множество свидетельств, но не все могут принять их. That is wrong, this is right. Wrong, totally wrong is right. We cannot fight. Yes, no. So Radharani came in dream and speaking to Vishwanatha. В общем, Махарадж отвлекся на другую тему, вот продолжение. Радхарани пришла и Кришнадас Кавираж Госвами и сказала, что он мой при Нармасаке, Кастури Манджари. И поэтому он не может сделать никаких ошибок. И это правильно. Смотри, вот есть такая книга, зовется вот, «Варнабхик Гамат», о науке произношения. Там это все описывается, «Варнабхик Гамат», и там и вот там вот это вот, этот звук считается половиной слова. И санскрит, он очень научен, что это не английский, где говорят одно, пишут другое. Английский достаточно очень прост на фоне санскрита. Но все же, санскрит, каждое слово, оно конкретное, почему, что, как действовать, как, и там есть четкие, понятные правила. English,
Как можно сказать Бог Солнца на английском? На санскрите Динамани можно сказать, или Сурья, или Джагачакшу, или Савита. Но те, кто не имеют представления о санскрите, называют девочек Савитой, хотя это мужское имя, но у людей нет достаточно неграмотные, поэтому даже женское имя от мужского отличить не могут. Вот бывают такие. Или стри. Или дара тоже жена, значит. Но опять же, дара — это слово мужского рода, а стри — женского. То есть дара, с одной стороны, жена, с другой стороны, оно мужского рода. Калатра тоже, жена. Но для слова среднего рода, вот в санскрите, откуда оно происходит, и от этого происхождения пол определяет. И вот мы не должны гневаться ни на кого. Я говорил много раз, если все преданные Махарадж говорит, если всем преданным все равно, что их сампрадая разрушится, то пускай напишут письмо. Я прекращу возмущаться происходящим вещам. И вот так иначе Вриндаван Дас Тхакур Махарадж, его положение, и Шрила Кришнадас Кавираж Госвами, чье положение более важно, в соответствии с писаниями, положение Кришнадас Кавираж Госвами более возвышено. В соответствии с писаниями Шримати Радхарани, она выше всех, и даже Кришна думает, Гуру Кришны Радхарани. Если Гуру Кришна Шримати Радхарани, то что говорить при Нарвасаке, ее положение? Но все же Кришнадас Кавираж Госвами еще раз, он на каждом шагу выражает почтение Вриндавана Дас Тхакуру. И это зовется Харибаджан. Это не значит, что Кришнадас Кавираж Госвами может написать какую-то неправильную сиддханту или льстить кому-то. Нет, это не лесть. И таким образом бесчисленные примеры мы можем привести, но все же, кто готов принять их? Если люди не готовы принять, то что делать? И вот Шрила Сачитананда Бхакти, он такого пишет, что Шрила Вриндаван Дас Тхакур Махашой, он может быть. И вот Вриндаван Дас Тхакур, он первый, кто представил Гаудия философию в научном таком, научном виде. Пусть его, то, как он представил это, ну, необычно. Если кто-то будет читать читание Бхагавата, он получит полное представление о Гаудия Даршане.
Ну, Вриндаван Дас Такур Махашой, он сам говорил, что и вот я был настолько погружен в мысли о Нитянанде, что я написал так много о его славе. Но даже описав его славу, я все равно молюсь о его милости. Но некоторые говорят, о, но некоторые представляют Гуру Татву как Майявади, но Гуру Вайшнава Татва, она совершенно другая, она вечна. И вот мы должны выражать почтение Гуру Вайшнавам всегда, каждую часть секунды. Обрести Кришна Бхакти не так просто, есть что-то подобное, похожее, но не является Кришна Бхакти. Кришна Бхакти, а что такое настоящая Кришна Бхакти? Это нечто другое. Бхакти — это сварупшакти в какой-то форме. И вот обусловленные души по милости Гуру Вайшнавов может обрести. И нет вопроса ложного эго. И вот Вриндавана Стакур Махасой, он погружен. Нитянанде Прабху. И после этого, когда они обнаружили. И вот Гуранга Лила, это. И вот вдохновение пришло от Нитянанды, что можно прекратить кто-то, ну, после тебя явится и закончит твою книгу. Иначе Вриндавана Дас Такур, он был достойнейший, кто мог написать это все, но он получил указание свыше, что хватит, остановись здесь. Будьте осторожны. Признак подлинного ученика вы никогда не слышали. На хинди вот говорится. Это поговорка. И вот абсолютная истина не может быть скрыта. Сегодня или завтра она проявится. Кто-то может изобретать какую-то ложную философию, чтобы свою ложность доказать и пытаться показать, что у него все правильно. Но сегодня или завтра, как в случае, ну вот как здесь, не да, в соседнем здании, какая-то женщина померла, ну,
она одна жила, и тут через некоторое время запах трупятины начал распространяться, и народ понял, что что-то там не так. И вот так же люди, пытающиеся скрыть абсолютную истину, вскоре нечто подобное произойдет, и люди поймут, что есть что. Мы не можем ожидать, что пластиковые цветы будут прекрасно пахнуть. И вот Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами говорил Харикатху, и вот сзади украшали и все пластиковыми цветами. И также вроде учеников много, но кто из них понимает его учение? Таких крайне мало. Хотя многие пытаются. И вот как же понять? Ну как, мы не можем ожидать прекрасный аромат от пластиковых цветов, и вот сегодня или завтра мы можем. И вот от имени Нитянанды я с полной уверенностью говорю, что истина, она все равно проявится. И вот Вриндавадас Тхакур Махашой, как Мадхвачарья, и вот Мадхвачарья, он вот Мадхвачарья, он проповедовал и на определенном уровне остановился. И вот Вриндавадас Тхакур тоже получил указание свыше, что здесь нужно остановиться, и твой преемник, он продолжится дальше. И вот иначе Вриндавадас Тхакур мог дальше писать о Гуранге Махапрабху. Но я думаю, более практично, поскольку, не зная мистерию Нитянанды Таттвы, мы не можем познать Гурангу, как это все понять. Это более практично, то, что мы знаем больше о Нитянанде. И Вриндавадас Тхакур Махашой, и вот относительно Вайшнава Апарадхи, даже Шанкар Бхагаван не может быть прощен. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пришел, и после него вся последняя лила. Кришнадас Кавирадж Госвами молился лотосным стопам Вриндавадас Тхакуру. Ты мог написать запросто о Гуранге Махапрабху, но ты оставил это служение для меня, и по твоей милости Вриндаван Чайтанья Лила Вьяс Вриндаван Дас. И вот Ясадева Чайтанья Лила, тот, кто обретет милость через него. И по милости я могу развить весь вечер Шри Чайтанья Лилы, поскольку последняя лила Вриндаван Дас Тхакура поставляет Гурангу, но последняя лила, он был занят. И что же делать? И последняя антилила.
Гауранги. И по милости Гауранги кто-то может прийти и продолжить. И вот смотрите на их смирение. И это мы должны знать. Мы должны узнать, сколько терпения наша Гурварга имеет. Как мы должны... И вот такой пример я приводил. Индра думал, что он сделал что-то, ну, какую-то много полезной работы, но в Кино Панишат было доказано, кто делает, что делает. Все это по милости Кришны. Ну, такие люди, подобные Хиранья-Кашипу, которые думают, что они все делают. Но Прахлад Махарадж совершенно не беспокоился насчет этого, и я тоже не беспокоюсь. И вот Прахлад Махарадж говорит, что Бхагаван, он здесь везде. И поэтому, если кто-то заявляет, что он много-много-много сделал, но это сделано было по милости Гурварги. Без их милости ничего бы этого не было. Even if there is a bad smell, like the dead body, you cannot speak like that. You can write so many things. You can write so many. Sarvam Bhattacharya wrote so many things. Вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он много написал. Пракашананда Сарасвати тоже. Мадхусудан Сарасвати Пад написала книгу как Адвайта Ситхи, вот такую большую. Но все же они не могли даже каплю бхакти обрести. А капля бхакти может затопить весь мир. Но даже одну каплю бхакти И вот те, кто заняты борьбой и спорами, они не могут совершать баджан. That's why you have something. You have to project your temple as a jogpit, more than jogpit. Already we published so many things. You want to ignore jogpit mandir, then what to about what? И вот некоторые строят храмы выше, чем йогапит, но какое философское значение всего этого? Как это выглядит со стороны? И вот Вриндавадас Тхакура Махасвами Сиддханта, который написал, мы хотим цитировать это все. И вот Вриндавадас Тхакура Махаса говорит, ну, в общем, кто гуру и кто ученик в трансцендентном мире.
конфузия возникает, если мы скажем, что Вриндавана Стакур Махашу Гуру Кришнадас Кавираджа Госвами, то или кто-то скажет Кришнадас Кавираджа Госвами Гуру Вриндавана Стакур Махашая, то как это понять? Шрила Прабхупад Найна Мани Манджари, он гуру Гуна Манджари, Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж, или наоборот, Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж, гуру его, кто гуру, кто ученик, вот такое непонимание возникает, но в трансцендентном мире мы не должны спорить и бороться с этими вещами. Кто знает, кто-то думает, что большинство всегда право, это неправильный подход. И вот даже через 100 лет, например, мы исследуем идеологию, и через 100 лет, так или иначе, иногда выясняется, что это было неправильно, нехорошо, что истина в другом месте. Если большинство чему-то следует, это не значит, что это истина. If you arrange both, maybe nobody is going to subscribe Bhakti Siddhanta Saraswati. No. That doesn't mean that he is not. Если организовать выборы, то за Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати мало кто будет говорить, но это как раз показывает, что большинство часто ошибается. Также то, что старшие все. То есть здесь нужно понимать старшинство, и, ну, то есть люди могут быть старые, но глупые. То есть старость, мудрость от старости не всегда зависит. И вот поэтому в Бхагаватам есть такие примеры мудрецов, которые в очень таких молодых, в молодом теле находятся, и глупцов старых. It is just like film industry. Some hero, heroine, they keep giving some bribe to the director, who is a film producer. Then they are going to project the heroine. It is like film industry and political affair. Also same here. Also same thing here. They are not going to understand quality. Nothing. Why is there is a talk? Like political field, like, you know, film industry, can make one useless man. I know one beggar. Как можно... Ну, вы не заметите, некоторые люди, ходящие прославиться или... Вот он, Махаши, историю рассказывать, был у них в их районе какой-то нищий. И вот потом это нищий политик, так получилось, что политикой занялся. И в общем, его там посадить хотели. Вроде журналист выписали, тот убежал в Бомбее. И тут в этом Бомбее внезапно какой-то попался на глаза какому-то продюсеру. Тот его пожалел. Он тут сидел ночью в чайной лавке, плакал. Тот его заметил, спросил, что случилось. В общем, тот его на работу взял. И кино с ним снял. И, в общем, тот нищий так знаменитым актером стал.
Но в духовном мире, на пути баджана, мы не должны... Мы должны понимать, что есть что. Если мы исполняем указания Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, как Шрила Кешава Госвами Махарадж и его уже нет, или Шанта Госвами Махараджа тоже уже нет в этом мире. И поэтому кто-то спорит со мной, если бы они были, то такого бы не было. И вот первая шлока, с которой начала, она очень важна. Наша надежда на Гуру Варгу, мы молимся о их милости, чтобы понять, что нам делать. Я его упоминал, чтобы я его упоминал. Гоу упоминал.